В Люберцах состоялось заседание политсовета местного отделения партии «Единая Россия». Одной из ключевых тем, вынесенных на повестку дня, стало предложение кандидатуры Владимира Ружицкого на должность главы городского округа Люберцы. В начале заседания секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий вручил удостоверение 20 новым партийцам. А затем члены политсовета перешли к обсуждению ряда вопросов. Ключевой темой стал предстоящий конкурс по отбору кандидатур на пост главы городского округа Люберцы. До 20 апреля комиссия принимает документы от претендентов на эту должность. По процедуре, значит, партийная организация имеет и другие партии полное право выдвигать кандидата. Ну, вот у нас есть партия «Единая Россия», и есть как бы возможность и право выдвинуть кандидатуру от партии «Единая Россия». Единогласным решением политсовета на должность главы городского округа предложили кандидатуру Владимира Ружицкого, а он, в свою очередь, пообещал оправдать надежды однопартийцев. 4 мая конкурсная комиссия обсудит все кандидатуры и выдвинет двух человек на рассмотрение. Окончательное решение будет принято на заседании Совета депутатов городского округа Люберцы. Луиза Егиазарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.